Всем привет, ребят! Вы на канале Бомбилка. Вот меня зовут Юра, и сегодня мы в очередной раз открываем карточки на сайте worldofcard.ru. Я периодически должен проверять честность этого сайта и показывать вам, потому что я в своих видео рекламирую его, поэтому я должен быть уверен, что здесь все выплачивают постоянно и все работает нормально. Тем более, если какие-то проблемы будут возникать, мне тут же напишут. А сегодня мы попытаемся выиграть танк. Хотя у меня довольно-таки много танков, но в игру сейчас ввели новые танки. Это у нас защитник и объект 252У. И сегодня мы попытаемся выиграть именно эти танки. Сомневаюсь, конечно, что у меня получится, но если получится, это будет клево. Еще у меня, кстати, нет льва. Я его не купил. И что из этого у меня нету? Ну, Пантера 8.8 нету. СТА-2, но это все какашки. Вот это какашки. 3. Ну, если они вам выпадут, то выйти на них страдать. Может, кто-то уже из вас страдает. Я вам не завидую. Ну, есть мелкие танки. Кстати, вот этих двух парней у меня тоже нету, но я их, возможно, и так за голду прикуплю. Ну, попробуем выбить. Давайте откроем первую карточку. И ударим по центру, да? 500 золота. А защитник, кстати, вот я смотрю, был здесь. Тем более, если бы я сейчас ударил вправо, я бы его выбил. Ну, посмотрим, смогу ли я. Пам. Ну-ка, 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 ну-ка. По центру опять. Защитник, обалдеть, да ладно. Ребят, вот это прикол. Вот это прикол с защитниками. А тут была Пантера 8.8. Вот это какашка. Ну, посмотрим, я в конце приклею, как всегда, как я в ангаре, наверное, получу этот танк. Если здесь по-прежнему честно все выплачивают, то я его получу и прокручу, вы увидите, и тогда, когда у меня появится время для стримов, мы обязательно на нем поиграем. Но это, конечно, круто. Давайте еще попробуем, может, выбью объект или еще один защитник. Ну, вот такой факт, если у вас один из этих танков, который здесь есть, выпадет, и он у вас при этом есть в ангаре, вы получите его полную компенсацию в золоте, поэтому можете не расстраиваться. Вот 250 золота. Ну вот может какое-то время не вести, но потом берет и выпадает танк, и он все компенсирует. Вот я сейчас где-то приблизительно стоимость этого танка платил, посмотрим, вместе с золотом компенсирую ли я. Ну это будет в принципе видно. Давайте, где я защитник выбил? По центру? По центру. Тут был, кстати, Т-3-4-3, у меня его нету, по-моему. Да, у меня нету Т-3-4-3. И если бы я ударил сейчас на браун, выпал, было бы круто. Давайте еще разок, пока у меня есть денежки здесь. Так, куда? Налево, да? 500 золота, да что ж, ну хотя бы не 100, хотя бы не 100. Я мог здесь направо сходить, я люблю направо ходить. И выбить 100 золота. Но тут Т-54 первый образец, он хоть у меня есть, но в голде это была бы довольно ощутимая компенсация. Давайте еще. Так, куда, где тут у нас танчики, Ну, ребят, по центру. Объект? Я выиграл защиту, и объекта я выиграл. То есть мне должно прийти два танка. Ребят, два танка. Но у меня обычные, да? Два танка, ребят, действительно. Обалдеть. Это будет круто. Ну, мы проверим. Что-то я очень буду удивлен, когда мне действительно они придут. Ну, давайте. А что? Ну, Леву теперь попробовать выбить, да? Давайте Леву попробуем. А тут 500 голды. 500 голды. Это не... Ну, у меня еще есть денежки. До конца играем. Так, ну-ка. Давайте, по центру. По центру, ребят. Тут мне везет всегда. Я и защитника, и объекта выбил по центру. Вот это уже тактика. Тут действительно ребята говорят, что очень часто по центру, если бить, выпадает что-то. А сейчас опять 500 золота, блин. Вот сейчас эта тактика нарушается, потому что лавешник был слева. Надо было бить слева, потому что на одно игру осталось. Ну что, финалочка, ребят. Давайте кулачки за меня зажмем. И сейчас купим еще одну карточку. Ну, блин, я слишком долго бил по центру. Если здесь был лавешник, то по логике его здесь не будет. Здесь было 500 голды, сколько, которые я выбил. Ну-ка, выпадет здесь лавешник? Нет. Блин, надо было опять бить там, где лавешник, и налево была пантера 8-8. Хотя она настолько калечная, что... У меня ее нет, если бы она появилась, пришлось бы на ней играть. Ну, хрен с ней, с этой пантерой. Она калечная, ребят, действительно. Ну вот, я как раз выбил два новых танка. Вот они довольно часто, кстати, выпадают. Я смотрел, и я когда на голду попадал случайно, там,
все равно они где-то были рядом. Я так понимаю, что сейчас вероятность выпадения этих танков увеличена, потому что они как бы в топе, будет какое-то определенное количество времени продаваться. Если вы хотите вот такие раритетные танки, которые в будущем будут раритетными, получить, заходите и пытайтесь, и напишите обязательно в группе ВКонтакте, кто какой танк выбил, защитник или объект у вас выпал, или что-то другое. Я обязательно видео это закину в группе ВКонтакте, и можете в комментариях прямо отписаться. Так, мы записали, так. Опа, пополнять не надо, я уже наигрался на сегодня. Так, уже танчики отправлены, голда ожидает отправки. Давайте, ребята, я сделаю небольшую склеечку и покажу уже, как я буду принимать эти подарки прямо сейчас. Войду на сайт worldoftanks.ru, вот по времени можете посмотреть, где-то минут 10, наверное, отправка занимает здесь. Но если у вас будет больше, то до суток вроде бы, насколько я знаю. Поэтому на сайт World of Tanks идем. Увидимся через секундочку. Так, и мы уже в танковом магазине, в World of Tanks официальном магазине. Смотрим по Shop Gifts, перешли по ссылочке. Здесь у нас ваши подарки. И уже вот прошло тут несколько минут. Я так не засекал, по-моему, минут 5-6 прошло с того момента, как я закончил играть, и уже вот мои подарочки. Давайте их вместе сейчас примем, а потом я открою World of Tanks, и тогда мы зайдем, зачекаем. Давайте принимать. Так, можно сразу World of Tanks открыть. Так, я пока не забыл. Пум-пум-пум-пум-пум. Так. Запускаем пока танчики. И давайте принимать подарочки, да, танчики запускаются. Вот, видите, нам пришел 3500 голды, получается, я выиграл. Не так уж и много, но зато выпало два танка. Два танка это защитник. Вот он защитник, мы его примем сейчас. И объект 252У. Так, принимаем золото, принимаем объект. И принимаем защитника. Все. По идее, теперь я должен зайти в игру. Так, заходим потихонечку в игру. И посмотрим, что у нас здесь. Пум-пум-пум-пум-пум. Наши танки, как всегда, прогружаются по полчаса. На Ру-2, потому что я в Москве. И Ру-2 тоже в Москве. Так. Тук-тук-тук-тук-тук. Давайте. Посмотрим, по идее, уже должны быть сейчас начислены, потому что я принял подарки, они по-любому будут начислены. Раз подарок уже пришел, то это гарантия, потому что это на офсайте картошки, там все дела, все делишки, у мальчишки смотрим. Так. Давайте. Я, кстати, давно не заходил с обновления, поэтому у меня будет сейчас вот это все подгружаться. Так, обновление ангара. Здравия желаю. Так. Ваши донесения о нарушениях в отношении нарушений приняты меры. Ё-моё, то есть я на кого-то стуканул в бою, и у меня... И мне его забанили! Блин! Спасибо, ребят, это неожиданно. Так. Но дело не в этом. Мы сейчас должны посмотреть защитника. И объект 268. Вот начислено золото. Так, а где наши танки? Мы сейчас... А, вот танки. Вот он. Вот он защитник и вот объект. Да, два танка начислено, ребят, классно. Классно. И золото вот пришло, я так понимаю, да? Да. Вы понимаете, за мои нарушения. Я стуканул на какую-то заразу, которая там что-то в бою делала и... Так, вот мы подарочки приняли, танчики пришли, ребят, вот такие дела, заходите, ссылку на сайт worldofcard.ru я оставляю в описании. Два у нас танка, посмотрим, чем они различаются, если честно, еще не разбирался. Очень похожие на вид, на И6 оба похожи, особенно, нет, этот больше на И6 похож. Сравните, у меня И6 есть и этот, друг. Ну вот такие два уникальных танка, заходите, выбивайте их тоже, и тогда на стриме вместе на одинаковых танках покатаем. На этом, ребят, все. С вами был Бомбилковод,
Меня зовут Юра. Да, кто еще не знает. Ставьте лайк. Лайк просто запилили. Кто выиграл танк, поставьте там 50 лайков. Хотя это невозможно, но вы все равно поставьте. Все на этом, ребят. Экипаж тут 50%. Мать его придется обучать. Обучим экипаж. Ладно, пока-пока.